ったんですよ。Надо проверить апгрейд у персонажа. Прокачиваем героя. Так, персонажа прокачали. Триумфы. Я пока ни в каком не состою. Из многочисленных подземных уровней были очищены и признаны безопасными только 4. Теперь к заданию. Исследовать ЕМС. Так, поручение. Есть задачи, которые нужно выполнить. Из-за нападений на наши суда припасы. Вот европейская зона, вот. Можете повторить? У меня связь прервалась. Так, еще раз поручение. Отправляйтесь в европейскую мертвую зону на земле и поговорите с Деврим Кеем. Так, с Деврим Кеем. Это как раз хорошо, потому что у меня предмет Деврим Кею как раз отдать надо будет. Я отправлю бригаду. Взяли тут одного. Пытался протащить в город через порт. Идет распределение задач. Нет. Прежде чем выполнять заявку, надо уточнить требования. Подмога из космоса. Нам нужно выманить Зола, привлечь его внимание. Не уверена, что хочу знать, что может заинтересовать Червебога. Свет, мы перехватили сообщение Красного Легиона о фрагменте странника, который откололся от него во время нападения Гоула. Зол не сможет устоять перед его светом.
Так, так, так. Нам вон туда надо. Мне вон туда надо. После апгрейда он пушку какую-то новую получил. О, вызвать технику можно какую-то. Круто. У меня байк есть. Прикольно. Моцик. Одержимые блокируют мои сенсоры. Одержимые? Они тоже ищут фрагмент? Так, а как слезть? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. О, разброс, конечно, в этой пушке. Пистолета. Блин, пробраться еще туда как надо. Охренеть, разброс. Прям при выстреле прицел сразу вверх поднимается. Я думаю, может быть, это потом можно будет решить как-то эту проблемку. Всех завалил. Супер заряд готов. Так, нам надо. Он тут. Эх ты. А, он неуязвим. Тоже херня неуязвима. Как и что делать? А, обойти надо с той стороны, зайти, наверное. Отсюда. Нет, не заходит. Так, сюда попробуем зайти. Так, здесь нет ничего. Мне надо как-то убрать эту защиту, сбить.
Так. Типа как-то надо телепортироваться, что ли, чё? Вообще не могу понять, что надо сделать. Попробуем вот отсюда зайти. Очаги Мора производят темную энергию. Из-за этих помех сбоят датчики, и я не вижу фрагмент. Избавься от них. Все. Надо туда внутрь прям заходить. Оба. Ай-яй-яй, патроны кончились. Блин, пушка классная, он прям валит только на повал. Туда надо, к той материи. Так, а это что у нас за такой за штучка бегает? А я не могу завалить ее. А они как-то между собой связываются. И один другому типа броню делает. Я понял.
Оп, в невидимость ушел. В инвиз. Кто там так стреляет? А, он невидимость, у него инвиз. Ай-яй-яй-яй. В инвизе, значит, ребятишки. Супер заряд готов. Чаги Мора уничтожены. Фрагмент близко, но он здорово отличается от других частей странника. Сработает. Как мы победим Зола без помощи Распутина? Не хочу возвращаться к этому разговору. И я уверена, что Распутин — это единственный шанс остановить Зола. Нам нужна Валькирия. Мы уже выходили победителями из безнадежных ситуаций. Без Распутина. Эх, ты слишком, слишком высоко прыгнул.
Одержимые создали щит вокруг фрагмента. Мы не можем подойти близко. На орбите Земли наверняка остался хотя бы один военный спутник. Я постараюсь сменить его траекторию. Сюда идут враги. Оставайтесь на месте. Я нацеливаю военный спутник на вашу позицию. Давайте, нацеливайте. Понял. Долго перезаряжается тоже. Долгая перезарядка, очень. Йо, бежим! Там босс есть. Блин. Ой, куда кинул? Не туда кинул чуть-чуть. Все, патроны кончились. Сейчас я тебя одолею. Военный спутник на позиции. Отлично. Одолел его. Ё-моё, нифига у меня. А, не по этому камню стреляет, блин. А я рядом оказался. Чуть меня не захерачили. Анна, как ты приказала ему выстрелить? Я просто попросила. Мы создали Распутина, чтобы помочь человечеству. Он слушается меня. В этот раз он послушался. Но готова ли ты к тому, что однажды он может перестать тебе подчиняться?
Страж, захвати фрагмент странника и возвращайся на Марс. Мы объявляем войну Богу. Прошел. Круто.